Сука. Ну вот идет Чоли как раз, можно показать всем, как ходят старушки. Да? Так ходят старушки наши, да? Такие наши старушки. Да, 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 иди, старушенька. Старушка, старушка, старушка наша. О, ну вот вам поведение старушки. А вот молодая еще львица. Это львица где-то 8 лет. О, видите, как ее заносит. Раз. Да. Часто его видим. Давайте. Ну. Теплая погода. Надо гулять. Ну. Следом. Чука, выходи. Все. Добрый день. Откуда? Из Сибири. Я. Сейчас Чук поможет. А! Все, Чук загнал. Молодец. Сейчас подъедем. Давай, иди сюда. Чук помог загнать? Да. Турбалат для этого. Давай, Чука, пошли дальше. Порядки наводить. Пойдем. Иди сюда. Иди, Чука. Иди. Самый хитрый отсидел и никуда не пошел, да? А молодые львы вернулись. Нет, ну как Чук загнал, помог Олегу Алексеевичу. Чук. Иди сюда, Чук. Опять нос поцарапал. А нечего было лезть. Ты, папа, я тут полежу.
террорист. Выбежал. Всех выпускали, не значит, что тебя. Террорист бессовестный. Олег Алексеевич сейчас их перегонит через перегонку. Челитову говорит. А молодежь тут же вернулась. Но уже такая присмиревшая опять. Думают, не поняли, кого это папа еще. Там, скажи, вся саванна нам принадлежит. Алексеич уговаривает Челиту. Скажи, прошу вас в этот момент. Стерули. Встретились по дружайке. Тут белого. Для шеи сюда запустить, смотри.